Мои партнеры, как меня слышно? Давайте проверим связь. 1, 2, 3, давайте проверим. Ну, супер. Для тех, кто меня слышит первый раз, я представлюсь. Меня зовут Олег Ким. Я являюсь директором департамента обучения корпорации DST. Сегодня у нас внеочередной вебинар, то есть по расписанию у нас должен брифинг, но нас распирает от новостей, которые мы хотим вам сообщить. Надеюсь, что у вас уже тоже, да? То есть если вы все в нетерпении, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки в чате, и мы будем видеть, что вы готовы. То, что вы сегодня услышите, я просто уверен, у вас просто снесет крышу, отнесет ее на 100 метров, и она там останется. Вот. Поэтому прошу сконцентрироваться на той информации, которую вы сейчас будете слушать. Пожалуйста, кто хочет, записывайте обязательно, хотя вы позже получите рассылку нашего директора по работе с партнерами Яна Орлова. Вот. Но сейчас, естественно, вас просто ожидает шквал информации, новостей, причем просто обалденных новостей, и так дальше, больше ничего говорить не буду, не хочу отнимать хлеб у следующего спикера, поэтому я передаю слово нашему уважаемому вице-президенту корпорации Digital Technologies, встречайте, Ринат Мансуров. Спасибо большое, Олег Николаевич. Поставьте, пожалуйста, цифры 7, если меня слышно хорошо. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, дорогая команда, я рад вас здесь приветствовать. Начать я хочу, конечно же, с поздравлений. С поздравлением, с завершением просто потрясающего цикла. У нас огромное количество новых квалификаций, новых побед, но все квалификации, которые у нас появились за июнь месяц, мы до 5 июля их собираем единым списком, и по окончанию цикла 5 июля проведем, скорее всего, также в среду, 6 июля, вебинар от компании, где поздравим все новые квалификации, где поздравим наших новых партнеров с выполнением промоушенов, о которых, кстати, сегодня будет идти речь, и расскажем новость компании. Поэтому, дорогие друзья, наш такой вот вебинар я бы хотел не просто с поздравлений с новыми квалификациями, с прекрасными оборотами, а также я хочу поздравить, у нас 4 города. 4 города, в которых сейчас у нас открылись офисы в июне месяце, и сегодня там происходят очень хорошие товарообороты. Мы взяли, скажем так, под свою опеку эти города. Компания там меблирует офисы. Компания там ставит систему презентаций и школ. И давайте мы все вместе поздравим эти города. Это город Кустанай. Поздравляем Кустанай. Вы большие молодцы. Я знаю, что у вас все только начинается, в принципе, как и у следующих 3 городов. Второй город, который у нас открылся, дорогие друзья, поздравьте, это город Волжский. Это Волгоградская область, город Волжский. Я был там много раз. Поздравляем город Волжский. Так держать, только вперед. Следующий город, который у нас сразу же сделал
сразу же первый период сделал 11 тысяч CV. Это город Ош. Поздравляем, город Ош. Это Киргизия у нас. Большие молодцы, ребята. Огромнейший вам респект. Так держать. А точнее держать больше и лучше. А сегодняшние промоушены вам помогут. Ну и поздравляю. У нас открытие страны целой произошло. И первый город, в котором у нас открылся офис компании, это город Киев. Теперь и Украина у нас активно работает. Город Киев. Великолепный офис в центре города. Поздравляем Киев, поздравляем Украина, поздравляем Волгоградскую область, город Волжский, поздравляем Казахстан и Кустанай, и поздравляем город Ош, Киргизии. Эти города у нас появятся на карте нашей, на сайте, с реквизитами, с телефонами сити-менеджеров и с их адресами. Также сити-менеджеров этих городов я добавлю в наш чат «Бизнес-завтраки». Мы каждый понедельник общаемся с нашими сити-менеджерами всех городов, делимся настроением, эмоциями, впечатлениями, нашими планами и многое другое. Отлично. Ну что ж, давайте пойдем дальше. У нас сегодня вебинар будет не длинный, это не обучение. Это больше такой праздничный вебинар с целью поздравить с новыми достижениями наших партнеров, а также объявить для вас наши новости и промоушены. И именно к этому я хочу уже перейти. Мне прямо уже не терпится это сделать. Дорогие друзья, скажите для начала, как вам промоушен, который был у нас на прошлой неделе? Скажите, друзья, а кто успел все-таки приобрести себе наш макси-паки и мини-паки по самым выгодным условиям на прошлой неделе? Кто успел? Есть такие здесь? Отлично! Поздравляю вас, дорогие друзья! Вы просто огромные молодцы! Вам большущий респект! Вам огромное уважение! Я вас поздравляю с этим! Вы успели приобрести наши замечательные макси-паки и мини-паки по самым выгодным условиям! Супер! Плюс 7 человек на первой линии у Сергея Савича. Кто бы сомневался. Кстати, Сергей Савич у нас снова бьет все рекорды. Очень многие наши лидеры подтвердили свои высокие квалификации, квалификации национальных директоров, международных директоров и так далее. Да? Поэтому я вас всех с этим также поздравляю. А скажите, а кто не успел себе купить макси-пак и мини-пак? Кто не успел купить? Есть такие? Или таких нету? Угу. Ого, сколько вас много! А как же так получилось? Вы что? Ёлки-палки! Пять, ого, да вас... Сотни людей, я понял. Слушайте, ну я даже не знаю прям, что делать вообще. Очень, конечно, печально, очень-очень печально. Очередь стояла, не успели. Я понял. Ну что ж, друзья, запишите новый промоушен.
Запишите, уговорили, запишите новый промоушен, так и быть. Для всех тех, кто не успел себе купить макси-пак или мини-пак, а также для всех тех, кто хочет рекрутировать новых людей, и чтобы у них была хорошая мотивация это делать, с 21 по 28 июня, запишите, друзья, с 21 по 28 июня мы объявляем новый промоушен. Купи макси-пак и получи 9000 юнитов Planet Pass, 125 долларов рекрутинговый бонус спонсору. И мы решили оставить одну лицензию Smart City купившему макси-пак, а также прямому спонсору. Также лицензия Smart City. Друзья, теперь уж точно не упустите второго шанса. Это еще не все. Мини-пак. Мини-пак. На этой только неделе, до 28 июня, дает 3500 юнитов Planet Pass. 3500 юнитов Planet Pass. 55 долларов рекрутинговый бонус спонсору. 55 долларов рекрутинговый бонус спонсору. Вы довольны, друзья? Но и это еще не все. Запишите. Вы сейчас будете просто в шоке. С 28 июня, с 28 июня по 5 июля, по 5 июля, с 28 июня по 5 июля. Купи макси-пак и мини-пак. Эй. И получи 8000 юнитов Planet Pass. 8000 юнитов Planet Pass. 100 долларов. 100 долларов рекрутинговый бонус спонсору. Одну лицензию Smart City купившему макси-пак, а также его прямому спонсору. Ну и, конечно же, мини-пак, друзья, дает 3000 юнитов Planet Pass с 28 июня по 5 июля и 40 долларов рекрутинговый бонус спонсору. Вот так. И больше продлений никаких не будет, друзья. Начиная с 5 июля и по 31 июля Planet Pass, точнее макси-пак будет давать всего 4000 юнитов. А 31 июля эта программа закроется навсегда. Используйте этот промоушен, друзья, чтобы подписать максимальное количество людей себе. И на этом заработать огромные деньги. Две недели есть, дорогие друзья, чтобы по очень выгодным условиям успеть приобрести тем, кто не успел, а также подписать новых людей. Лицензии за мини-паки нет. Ну что ж, друзья,
Вы знаете, у нас настолько хорошее настроение, что мы решили на этом не ограничить наши промоушены, а объявить для вас еще один новый промоушен, которого не было никогда за полтора года существования компании Digital Space Technologies. Никогда еще не было того промоушена, который мы хотим объявить вам прямо сейчас, дорогие друзья. Да, еще. Вы хотите еще промоушен, усиливающий это все? У-ху! Ну просто уж так бить рекорды так по-крупному, бить рекорды, друзья. Закрывать квалификации, так закрывать квалификации. Мы хотим, чтобы у нас были сотни и тысячи менеджеров, региональных менеджеров, директоров, региональных директоров, управляющих, национальных, международных, резидентов. Сотни и тысячи, друзья. Объявить этот промоушен. Я специально хочу, дорогие друзья, чтобы мне помог человек, который его разработал, автор этого промоушена. Промоушена, которого не было никогда за все полтора года существования компании. И неизвестно, будет ли когда-нибудь еще. Дорогие друзья, помогите мне поприветствовать нашего многоуважаемого директора департамента обучения Олега Николаевича Ким для объявления второго супер-мега-мощного промоушена для вас, дорогие друзья. Олег Николаевич, вам слово. Спасибо, господин вице-президент. Как меня слышно? Давайте проверим связь. Поставьте плюсики, если вы меня слышите. Так, замечательно. Ну, во-первых, хочу также спросить у вас, как у вас вообще сейчас, какой настрой? Наверное, вас переполняет эмоции уже от услышанного, да, то, что компания для вас приготовила, да. Мы знаем, что компания всегда думает о том, как бы создать максимально благоприятные условия для наших партнеров, чтобы вы очень быстро и легко продвигались в этом бизнесе. Вот, поэтому, естественно, мы компания, мы всегда говорим о том, что мы не ординарная компания, мы всегда будем удивлять и не только вас, наших партнеров, а мы будем удивлять весь мир. Это здорово. Ну что, вы готовы услышать еще один промоушен, который просто, это просто бомбовский промоушен. Если вы включитесь немедленно, ребята, это просто невероятно, когда вы выполните его, а вы выполните, я вас просто, я гарантирую, что вы, во-первых, вы захотите в нем участвовать, просто дело в том, что есть промоушены, которые не слишком мотивируют, и большинство людей просто не включается в них, потому что они их это не зажигает, да, и поэтому они в этом не участвуют. Во-первых, я хочу вам сказать о том, что такое вообще промоушен. Если вы и все-таки еще не понимаете, да, для чего вы должны участвовать в промоушенах и что они вам дают. Промоушены – это трамплины. Вы включаетесь в промоушен, вы ускоряетесь, вы получаете ускорение, как будто вы отметитесь с этого трамплина и летите. То есть, понимаете, да? Это особое условие. Если вы поймете, что такое особое условие, это рычаг. Как сказал Пифагор, дайте мне точку опоры, я переверну земной шар. Да? То есть он имел в виду именно рычаг, с помощью которого вы можете увеличить в десятки раз, а иногда и в сотни раз КПД. То есть получить качество, возможность спрессовать время, сжать его. Вот в этот промежуток времени, когда объявляется промоушен, если вы сконцентрируетесь на поставленных целях и задачах, вы сделаете столько за неделю, сколько другие после вас, возможно, будут делать целый год. И я не преувеличиваю. Вот поэтому, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, что вы сейчас уже услышали, и то, что вы сейчас услышите. Промоушен называется К+1.
К+1. В чем его смысл? Начинает он действовать буквально так же, то есть 21-го, да? Ну, сегодня уже 22-е, да? Вот мы вам объявляем, что этот промоушен уже, скажем, он уже включается также наравне с промоушеном, который объявил нам господин вице-президент. И, кстати, если вы, эти два промоушена, они синергетически усиливают друг друга. Вот в чем, собственно, их ценность. К+1, как он работает. И этот промоушен, то есть, дает вам возможность вырасти качественно в бизнесе и вырасти, то есть, как бы получить квалификации. Почему говорят? Квалифицированный специалист. Вот наша задача, чтобы вы стали не просто компетентными, а вы стали квалифицированными специалистами в том бизнесе, который, в общем-то, вы выбрали, да, в котором вы хотите преуспеть. Буковка К означает квалификация. Так вот, в этот период, обозначено, да, период, будет работать промоушен К+1. Все ваши квалификации, которые вы выполните, автоматически умножаются на 2. То есть, допустим, вы выполняете квалификацию, менеджера, вы автоматически получаете квалификацию регионального менеджера. Если вы выполняете квалификацию регионального менеджера, вы автоматически получаете квалификацию директор. И это как бы вас обязательно... То есть вы получите признание на большой сцене, которое вот мы ожидаем в Астане, да, буквально в октябре месяце, это ближайшие события. Вы получите признание от компании, вы получите значки на сцене. Вы еще, кроме этого, те, которые выполнят, допустим, регионального менеджера, а фактически вам присвоят квалификацию директор, вы еще попадаете на, понятное дело, что вы попадаете на специальный тренинг президента в его турне, а, и это очень круто, но вы еще попадете на гала-ужин с президентом и топ-лидерами компании. Как вам такая новость, господа? Плюс еще те дистрибьюторы, которые выполнят квалификацию региональный менеджер, а вам, естественно, присвоят квалификацию директор, и эта квалификация идет в зачет на промоушен в Таиланд. Господа, как вам такая новость? Кто хочет в Таиланд, поставьте 8 в чате. Кто хочет в Таиланд? Да, вы знаете, вот мы до сих пор под впечатлением от отдыха в Малайзии. Это был шикарнейший отдых, и это могут подтвердить все топ-лидеры и топ-менеджмент, которые вместе с нами были. Просто невероятный отдых мы получили от компании, от президента Рустама Авезова. И когда я писал в Фейсбуке, что мы действительно уже чуть-чуть устали отдыхать, я не лукавил. На самом деле, то есть это просто невероятный отдых был. Поэтому, естественно, Таиланд, во-первых, сам Таиланд – это сказочная страна, да? Как говорится, если на земле есть рай, то именно в таких странах, как Таиланд, Малайзия и так далее. Вот, поэтому, господа, у вас есть реальный шанс попасть туда, выполнить этот промоушен, то есть на Таиланд. Учитывая, что если вы включитесь в промоушен К+1, ну и соответственно, как я уже сказал, этот промоушен распространяется на всю линейку наших квалификаций. Если вы фактически выполняете директора, то вы получаете автоматически управляющего директора. Если выполняете управляющего, получаете регионального директора, ну и так далее, и так далее. Понимаете, да, о чем идет речь? Да, и этот промоушен также будет действовать. Так, окей, связь есть. У меня для вас просто потрясающие новости. Этот промоушен будет действовать с 21 июня по 5 июля включительно.
С 21 июня по 5 июля включительно, господа, у вас огромная куча времени впереди. То есть, если по истечении этого времени вы скажете, что я не успел, я не сделал, я не смог, тогда у меня будет к вам другой вопрос. А что вы вообще собираетесь делать тогда в этом бизнесе? Вот сейчас все напишите, да, то есть вы хотите этот промоушен выполнить? Кто хочет, поставьте плюсы в чате, кто хочет выполнить этот промоушен. Окей. Кто хочет участвовать в этом промоушене? Замечательно. А теперь поставьте двоечку, да, цифру 2, те, кто выполнит этот промоушен. Но я имею в виду, как минимум, чтобы вы получили квалификации директор. Да? И, соответственно, уже сделали себе задел на Таиланд. Круто. То есть, представляете, да, то есть 2 недели идет промоушен, и это очень легко. То есть 2 недели держать квалификацию тогда же. То есть вы можете не просто директора на этом промоушене закрыть, вы можете стать как минимум национальными директорами. Понимаете, это уже элита бизнеса. Окей. Супер. Почему я вас попросил поставить 2? Потому что цифра 2 по фэншуй означает легко. Легко. Вот с таким промоушен действительно очень легко сделать, на самом деле. Плюс у вас есть инструмент для рекрутирования новых партнеров, это промоушен на Planet Pass, потому что Planet Pass — это горячее предложение, оно уже вот-вот-вот сейчас скоро уже закончится. Поэтому мы сейчас должны сконцентрироваться именно на этом. Вот на этих 2 промоушенах максимально включиться с сегодняшнего дня. Если для этого не надо будет спать, не спите. Если не надо будет есть, не ешьте. Понимаете? Если надо будет разозлиться, разозлитесь. Если вам это поможет, разозлитесь на меня. Да? Если, ну лучше, естественно, разозлитесь на себя. Но сделайте это, сделайте. И вы испытаете чувство свершения. А это чувство знакомо только чемпионам. Понимаете? Когда они прикладывают максимум усилий, они выкладываются на все 100, и они добиваются того, что они, то есть своей цели, да, которую они перед собой поставили, вот тогда они испытывают чувство свершения. Yes, я сделал это. Окей? Вот я хочу, чтобы вы все испытали это чувство. И вы будете все чемпионами, вы будете стоять на большой сцене, и вам будет аплодировать огромный зал. Потому что в этом зале будет очень много новичков, и они будут вам по-хорошему завидовать, они будут вами восхищаться. Окей? Ну вот то, что я вам хотел сообщить по поводу промоушена K+1. Ну и сейчас я передаю слово, опять же, нашему многоуважаемому вице-президенту, господину Ринат Сурову. Я вам хочу пожелать, чтобы эти 2 недели стали для вас рекордными, чтобы каждый из вас перепрыгнул вообще через несколько квалификаций, чтобы вы заработали столько денег, сколько не зарабатывали никогда. А мы будем продолжать формировать для вас компанию мечты. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. И до новых встреч. Пока.